Итак, после того, как вы воспользовались моими упражнениями для разблокировки седалищного нерва, необходимо обязательно перейти к противовоспалительным процедурам. Так как, когда нерв зажат, он начинает воспаляться. И даже если вы его освободили с помощью упражнений, то он еще какое-то время будет в сильно воспаленном состоянии, и боли будут продолжаться. Ссылочка на упражнение будет под этим видео. Также небольшое количество других рецептов противовоспалительных для седалищного нерва вы найдете тоже по ссылочке в описании. Ну, если вам нравится мое рвение помочь людям быть здоровыми, поставьте мне сейчас лайк и давайте я все расскажу. А рецепт на сегодня такой. Берем, покупаем в аптеке, можно выписать в интернете, в больших городах это есть у травников на базаре, побеги сосны. Вот так они выглядят. Готовим отвар. Берем пачку. Если пачка маленькая, то есть должна быть охапка вот такая сухих побегов в две руки. Берем кастрюлю, насыпаем туда эти побеги, охапку и заливаем чуть-чуть более водой. Где-то в 2-3 раза больше, чем объем самих побегов. Доводим до кипения и кипятим 7 минут. После этого выключаем, закрываем и очень хорошо все укутываем. Это необходимо делать заблаговременно, так как данную процедуру необходимо делать только на ночь. После того, как 3-4 часа наш отвар потомился, можно уже его использовать. Набираем в ванную воды, но немного, так, чтобы погрузить нижнюю часть спины. Ну, можно чуть-чуть больше, где-то около 100 литров воды. Берем этот отвар, выливаем в ванну. Температура должна быть примерно 37 градусов. Ложимся в ванну и спокойно лежим где-то 15-20 минут. После этого необходимо вылезти из ванны и посидеть. Посидеть, конечно, в теплом месте, чтобы все обсохло. Смывать ничего не нужно. Потом одеваем сухое белье и обязательно ложимся спать. Такую процедуру все с новым и с новым отваром необходимо делать каждый день. Если вам нравятся мои рецепты для здоровья, не забудьте меня поблагодарить. А лучшей благодарностью для меня будут ваши лайки, ваши комментарии, ваши спасибки в комментариях, а также если вы поделитесь данным видео со своими друзьями. Пусть они тоже знают, как быть здоровыми. До новых встреч на моем канале и встретимся еще.